Привет, друзья. Ой, сегодня ходила маму проведать. Кое-что там я отнесла. Зашла, где ветра нету. У нас потеплело так прям значительно хорошо. Не знаю, чувствуется. Ну что, купила? Хлебушка купила, там все напросила, отнесла ей. Потому что все игры, мам, никуда не ходи, ради бога. Маску сейчас ветер сдул. Без маски. А, кстати, мне маску подарили. Покажу. Никак не могу. Сейчас покажу, прям надену. Вот такую маску мне подарили. Она большая. Видите, с ушей слазит. Ну, подать на буканю, вот не заглядывают. Сейчас придут, корректируют эти резинки. Просто слазит с ушей. Поэтому я ее снимаю. Ее сдувает ветром. Я ее снимаю. Медицинские кончились. Медицинских нигде нет вообще. А в аптеках нету ничего. По-моему, даже и спирта никакого у меня осталось. Ничего нет. В общем, вот так. Везде все цветет. Вернее, видите, вот абрикосин цветет везде. Ну, тепло вроде тоже в дом посмотрела. Мороз не тронул. Абсолютно ничего. А там видно будет. У нас как? Видите, мороз не убьет, ветром обдует. Ну, не зря говорят, голодающие по Волжье. Всегда так. Прохожу на мусорке. Видите, какой у нас чистый такой мусор. Ну, это что чисто? Это так вот осталось вот. Как раз ветки не вывезли. А так мусор регулярно вывозит, все нормально. Жаловаться не на что. Служба работает. Ладно, пока закроюсь, пойду. Иду уже домой от мамы. Сейчас встретила знакомую. Тоже идет. Говорит, ну не узнаешь никого, все же в масках практически ходят. Она говорит, хожу каждый день, тоже к маме ходит. А что делать? А, конечно, знаете, не знаю, кому как мне тяжеловато, и вообще всем кажется тяжело сейчас. Вот взяли просто и вырвали нас с нашей обычной жизни, да? Я не буду сейчас рассуждать на эту тему. Что это такое, что, почему вырвали, как вырвали, для чего кто это, что делает, для чего это всем давно и как. Поэтому это вы снимал профиль, да? То, что тяжело, это правда. Сейчас иду, везде все пусто. Улицы, видите, везде все пустые, все дворы пустые. Да, жути нагнали. Еще из телевизора бесконечно. Все одно и то же. Но я-то его не включаю. Просто знакомый говорит, все, говорит, уже задолбали уже этим нашествием, которое на нас напало. Этим вирусом. Все одно и то же везде. Что вот так вот. Ну, просто как рассуждаю, иду с вами, делюсь с вами мыслями. Тяжеловато все. Очень тяжеловато. Как бы все закончится, неизвестно. Ну, что мы сделаем? Мы ничего с вами не сделаем, правда? Поэтому нам приходится смириться и ждать. Что еще делать? Организации такие, вот нужен пенсионный фонд, чтобы работал, он не работает. Так что как-то все вот как-то не так все. Часть предпринимателей открыли, часть не открыли. Тоже какая-то несправедливость, понимаете? Я не понимаю вообще смысл закрытия предпринимателей. Не понимаю. Почему-то одного человека открыли, другого не открыли. Открыли, разрешили в отделе торговать очки оптика, да? А солнечным запретили торговать. Я не понимаю, что на очках для солнца. Вирус что сидит? То есть у нас все доходит вот до какого-то дурдома, до маразма просто-напросто. Сами запретами, глупыми, бессмысленными, я считаю, абсолютно. Если открыть человека, пусть работает и торгует всем, правильно же? Рядом человека открыли с вещами, другого нет с вещами. То есть очень сильно пострадает малый бизнес, очень сильно. Не знаю. Пишите, если вы со мной не согласны. Кому это надо, зачем это надо? Не понимаю. Я не понимаю. Что я делаю? Опять готовлю. Здесь у меня капусту порезал, борщ варю. Здесь вот у меня бедрышки. Кожу с них сняла по возможности.
Сейчас вот приготовила такой соус. Водички добавлю. Из меня хмели-сунели. Итальянские правы. Майонезик домашний. Только майонезом домашним. Проходите на канал Мир Светланы. У меня там есть видео, как делать домашний майонез. Чапа гавкает. Кто-то в гости пришел. И вот сейчас я уже замариную вот в этом я. Чуть-чуть, видите, слышите, и Кеш кричит, и Чапа гавкает. Кто-то пришел. Пойду посмотрю. И смотрите, что я сделала. Вот эти вот бедрышки полежали у меня в холодильнике. Ну, где-то минут 40. Я такой вот рукав гречки насыпала. Видите? Вот такой бокальчик. Два бокальчика воды. Один к двум. Ну, чуть меньше. И положила эти бедрышки. У меня в духовке сейчас будет готовиться вот такое блюдо. Первый раз готовлю, девчонки. Не знаю, получится. Я посмотрела где-то на Ютубе. Ну, конечно, совсем... Ну, что-то здесь еще там добавим. Я вот сделала по-простому, с гречкой. Там с чем-то с другим было сделано. Так это выглядит. На 190 градусов, 180 минут на 40. Ну, я так поняла, пока гречка не приготовится. Сейчас вот сейчас еще сделаю дырочки. Несколько. Все-таки три хватит. Сейчас заказала пельмени. Где-то, наверное, ну, почти 3 килограмма. Вот голубцы. Все привезли, доставка. Замечательно. Здесь еще пельмешки положила. Мясо из морозильника показываю. Есть, полно у нас всего. Ой, тут вот что-то. Это что? А, это приправа, да? Так. Здесь мясо. В общем, а вот еще что. Здесь у меня бешенки. Видите? Наверное, что-нибудь сделаю с ними. Картошку что-то поджарить с вешенками. Спешил в холодильник. В общем, показываю. Затаренный полностью. Еще стоит на летней кухне холодильник с продуктами. Можно еще на месяц карантина. Не карантина, самоизоляции. Исправляюсь. Ну, если уж пошел такой, как с базар, да. Сейчас вот покажу, что у меня в холодильнике на верхней полке. Ну, сами видите, да. Соусы всякие здесь стоят. Горошки. Здесь у меня молочка. Но опять все посмешалось. Знаете, когда вот много людей живет, да. Здесь у меня борщ. Все стоят не на месте. Кислое молочко осталось. Так, ну здесь овощи. И для мыри консервы стоят. Морковка, кстати, вот сейчас займусь, тоже возьму. Свекла, перчик болгарский свежий. Она из своего замороженного полно. Зачем купила? Что не пойму вообще. Буду сейчас все убирать в холодильнике. Морозилкой. В первую очередь морозилкой займусь. Вот так вот. И здесь все разберу, все как положено, по полочкам. Так, яйца. У нас остались. Есть яйца домашние. Купальные яйца еще есть. Все. Так что как-то вот так вот. Все надо помыть. Холодильнику этому, знаете, сколько лет? Я уж не помню. Ну, лет 15 даже. Ну, может, чуть меньше. Здесь у него такая штучка. Лед и холодная вода. Значит, холодная вода. Сломалась что там со шлангом. Никак не сделаем. А лед еще можно добавить. А вот здесь вот такой отдел. Я ему смысл. Холодильник нет. Холодильник LG. Двухкамерное молоко стоит. Минералка. Вот такой отдел тоже прохладный. Для напитков компот сварю, поставлю. В общем, такой у меня холодильничек. Симпатичный. Слоновой кости. Ну, служит долго уже, и пусть служит пока. Думаете, что я буду сейчас делать? Есть. Мороженое. Вытащила мороженое. Думала, сейчас коктейль сделаю молочный. Банан добавлю. Чуть не хотелось греметь. Все спят. Спят. Решила просто поесть мороженого. Мороженое, мороженое. Вы любите мороженое? Это называется пломбир. Насколько натуральный.
знать только тем, кто его сделал. Будем есть мороженое. О чудо, как полезно разбирать морозилки. Я все время перекладываю там, да? И забыла, что у меня кулечек там еще лежит. Чуть-чуть замороженной вишни нашла. Сейчас яблочки вот сушеные добавила. Поставила вариться компотик. Прям хорошо. Я думала, что у меня там осталось все-таки маленький немножко. Это оказалось вишней. А в компотик прям сейчас шикарно будет с вишенькой. Шикарно. Потому что неизвестно, что будет в этом году с садами, с садом, да? Будет ли у нас вишня, будет ли у нас абрикосы. Тоже морозит, бесконечно какие-то заморозки. У вас как с погодой? Есть ли заморозки? Идут ли сады? Ну, закончился мой сегодняшний день. Здесь, наверное, 2 дня у меня во влог вошли. Сейчас многие жалуются, говорят, нечего смотреть. Блогеры снимают все одно и то же. Ну, а что, ребят, снимать? Самоизоляция, во что по-другому? Лежу, сейчас готовлюсь ко сну, уже сходила, умылась. Сняла макияж весь. Маску наносила сейчас. Такую увлажняющую, потому что что-то как-то, смотрю, кожа шелушиться начала. А вы какими масками пользуетесь или чем от шелушения? Никогда не шелушилась, я шелушиться начала, наверное, от долгого сидения дома в самоизоляции. Ну, что поделаешь? Жизнь у нас сейчас такая, сидим все сидим. Что еще делать? Выходишь такими мелкими перебежками. У меня картина висит. Плинтус отвалился. Приклеить надо. Потолочный. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой новый канал. Ссылка у меня под видео на мой инстаграм. В соцсети все есть. С вами была сегодня ваша Света. Пока-пока.